Вот, ребята, смотрите, тайский ресторан работает только на takeaway. Наша знакомая. Say hi. Hello. Мы сегодня решили вечером покушать тайскую еду. Здесь, в Тель-Авиве, на порту. Прямо на улице здесь разливное пиво, тоже продают чан. Много ресторанчиков, здесь вообще очень классно прогулять по вечерам. Сейчас принесут нам еду. Вот. Дали нам такой жетон. Сейчас увидим, что мы заказали. Ну а пока что, ребята, мы пьем за вас, за ваше здоровье. Всем привет подписчикам, спасибо, что продолжаете нас смотреть. Say hi. Hi. 30 августа. Тепло, плюс 28, 10 часов вечера. Вечером еще можно ходить в такую жару, а днем просто нереально тут ходить. Море вот там вот, мы вам покажем, метров 50 от нас. Вот, ребята, все как в Таиланде тут. Салат из папайи уже пришел. И вот литкий рис в таком вот бамбуковых таких, в такой бамбуковой посуде нам принесли уже. Пиво Лео, я уже показал вам. Пиво. Тайское. Пиво. Good. Okay. Ну вот, салат из папайи уже закончились. Салат из папайи уже закончился. Я заказал себе рыбу такую в карри еще. И все в бамбуковых посуде в такой. Вот. Потому что это место, оно работает больше на takeaway. Вот такой вот карри, специи, рыба. Тоже очень вкусно. Okay. And your food is still not coming yet, no? No. I'm waiting. How are you, man? Very good. И вот еще одно блюдо последнее нам топнуло. Beef salad, то есть это салат из синты, говяжье мясо. Ну, моя жена ест мясо, я не ем мясо. Очень острая еда, очень вкусная еда. Тайская еда – это самая лучшая еда. They cook good for you? Короче, ребята, такая вот у нас такой ужин сегодня в порту в южном, в северном Тель-Авиве, порт Тель-Авива. Мы вам покажем еще вокруг, как место выглядит, как люди туда отдыхают. И все, ребятушки, спасибо, что смотрите нас. Вот, ребята, смотрите, я так подумал, зачем ездить в Таиланд, если у нас тут есть все, даже как в Таиланде, да. Такая же здесь погода вроде бы. Вкусно все здесь. Арой май. Арой. Очень-очень вкусно. Объясняй, что ты.
ำหนักไปลงที่ลูกในชีวิตเกิดมาไม่ใช่ที่ที่เรากลับมาลดอีก20กิโลกว่าจะได้กันอีกครั้งมาเลยปลาปลาหวานปลาอร่อยที่ไม่ที่อร่อยกว่าปลาปลาไม่ติดร้านแต่ที่ไปกินที่นั่งร้านนะอันนั้นหวานทำงานทุกวันไหมเนี่ยพรุ่งนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงพรุ่งนี้เปิดกี่โมงเปิดเที่ยงปิด5โมงวันนี้ก็เหรอНу вот он и порт, Тель-Авивский порт. Тут много всяких забегаловок, всяких таких вот баров, ночных клубов, которые еще вот только вот только открываются. Смотрите. Тут рядом море прямо. Вот какой большой подарок. А вот мой подарок. Моя матана. Моё.